Заблудились окончательно. Пёс откопает нас весной. Блинов поминальных поедят и забудут. Звонят, слышь? Господи, спаси, теперь живы будем. Но, но! Вставай! Несла вас в эти неуютные края, да еще в такой час. Я еду в деревню Белую по делам голодающих. Вам бы и сюда, к печке поближе. Благодарю, не беспокойся. Записать требуется. Как вас по имени и отчеству? Антон Павлович Чехов. Чехов. По торговой части или из управляющих будете? Доктор из Москвы. Ага. Ну что ж, коли так, давайте знакомиться. Коллега, Мальцев Дмитрий Савич. Я в этих краях, между прочим, еще мальчишкой в ночное ездил. Отец мой диаконом служил. В Чеварде. Верст 35 отсюда. Вот вы, уважаемый, оставили в Москве жену, детей. Практику, общество культурных людей, и везете мужикам деньги. Они, сударь мой, снесут все эти ваши деньги в кабак. Мы скупим лошадей на пожертвованные деньги и будем их кормить до весны. А весной отдадим безлошадным. Нельзя же, господа, допустить, чтобы голодная история опять повторился. А, дедус, учительша моя, мамзель. Мамзель, едят тянухи. Андреевна, давай собирайся, ехать пора. Поделаю. Давай, давай. У нашего народа одна надежда – интеллигентные люди. Отец мой, царствие ему небесное, жил бедно, а все же сумел дать мне образование. Хочу теперь в земство проситься. Народ буду лечить. Народ страдалец. Что может быть выше этой великой цели? Боже мой, какое-то счастье. Сенкевич, Потоп, избавлять от страданий, бороться с невежеством. Сколько вам лет, мальчик? А что? Я тоже когда-то верил, увлекался, видел цель. А что только я не верил,
чем не увлекался. Нет ли у вас пятака? Благодарствую. А ну, гляди-ка сюда. Да пошевеливайся. В Бессарабию поеду. Дочь у меня где-то. Вы в каком году окончили, осмелюсь спросить? В 84-м. А я позже. Консерваторию окончила. Когда нам, помню, вручали диплом, то нужно было произнести торжественную клятву. Даю торжественное обещание. Да-да, кажется так. Ничем не помрачать чести сословия, в которое ныне вступаю. Какая стужа. А птицы уже летят в Россию из Африки. Что их гонит? Тоска по родным местам, любовь к отечеству. Миллионы замерзают в пути. Поэты знают это. Воспели бы их. Господа, выезжать надо. Выезжать. Поеду в Бессарабию. А в Бессарабии должно быть уже сады цветут. Вино дешевое. Кто это там за замком? Сенкевич, должно быть, начитался. Народ страдалец. Не помрачать честь и сословие. Слова, слова. Бог мой, а как богата Россия хорошими людьми. Написать бы про то, как к 40 годам он уже старик. Бессилие души, ни труда, ни любви, ни веры. Деньги копит и в банк. Лечить разучился, много ест, пьет, спит днем и храпит во сне. Написать бы про все это. Попрыгайте!
Кто тут? Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Пожаловали, наконец. Покорчила вас, благодарю. Бонжурте, бонжурте. Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Павла, привет. Пойдемте, я вас сейчас представлю своей благоверной. Верочка, Верочка. Верочка, Старцев пожаловал. Новый земский доктор и сделали же. Ну, помнишь, я тебе о нем рассказывал. Вырвался в город за покупками, дай, думаю, зайду. Вот вы, оказывается, какой. Это что, у вас журнал? Кстати, вы читали последнюю статью Протопопова? О, это шедевр. Саля-куп де фю де ля рыбе. Я ему говорю, Верочка, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице. Он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, Душенька? Да. Вы можете за мной ухаживать. Как? Мой муж ревнив это Отелло. Но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит. Платок! Где платок? Ах ты, цыпка, плавница. Доктор, вы очень кстати пожаловали. Моя благоверная написала большинский роман. Раньше? Да. И сегодня будет читать его вслух. Знакомьтесь, господа. Прошу. Доктор Старцев. Дмитрий Ионыч. Угощайтесь. Жанечек, скажи, что вы нам дали чаю. А теперь, Дмитрий Иванович, я вас познакомлю с дочерью. Катя у нас музыкантша, большинский талант. Осторожно. Котик! Котик! Папочка, я палец заносила на правой руке. Самый главный. Боже мой, котик, ты совсем не бережешь свои руки. Вот, покажи, доктор. Познакомься, Катенька. Это доктор Старцев Дмитрий Иванович. Он, хоть и Старцев, а большой молодцов. Екатерина. Пардон. Жанчик, Жанчик. Куда? Пожаловали, наконец. Покорчила вас, благодарю. Нет, посмотрите, если заноза, то я не смогу сегодня играть. Вас зовут Дмитрием? А вы знаете, что это по-гречески? Не помню, признаться. Это значит, что вы подданный богине земледелия Деметры. А я Екатерина. Подданная? Незапятнанная. Ах, незапятнанная. Вот как. Это, очевидно, только просто укол. Больно. Вон мой любимый клен. Папа говорит, что ему больше 100 лет. А вам сколько лет? И меньше. 30. Ого. Пойдемте, здесь жарко. Что это вы читаете, Екатерина Ивановна? Это 1000 душ Писемского. У нас в городе хорошая библиотека. Большинская, как говорит папа. И мне всегда оставляют лучшие книги. А как смешно звали Писемского. Алексей Феофилактыч. Феофилактыч похоже на Ионыч. Вы, должно быть, много читаете, Екатерина Ивановна. Здесь только девушки и читают. Петр Данилович, библиотекарь, говорит, что если бы не мы и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку. Сюда. Кыш-кыш. Где ж она? Пойдемте. Пойдемте, мама будет свой новый роман читать. Одна убежала. Чай?
часть первая. Странствующий художник. Мороз крепчал. Заходящее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге. Злой свирепый ветер безжалостно трепал ветхий плащ странствующего художника, а мороз, который все крепчал, больно жалил его прекрасное молодое лицо, обрамленное темными, слегка вьющимися кудрями. В голубой гостиной замка задумано, сидя у замерзшего окна, молодая графиня. Зимний закат пурпурно догорал, и это служило очаровательным фоном для ее склоненной на руку головки. Тихие и грустные звуки рояля таяли в глубине комнаты. Слыша слова графини о новой библиотеке, построенной в деревне, мать девочек тихо перекрестилась. Крупная, благодарная слеза покатилась по щеке старой крестьянки, задрожав, упала на стол блюдце с остывшим чаем. Ну вот и все, господа. Недурственно. Очень, очень хорошо написано. Экспрессия образов и каскад событий. Какой колорит? Да, действительно. Человечество вас не забудет. А теперь ты, котик, сыграй нам пожалуйста что-нибудь.
сегодня ты играла как никогда. Умри, Денис, лучше не напишешь. Какое форте, какое пиано и какое чувство. Ужинать, господа! Жанчик, проси гостей к столу. Знаешь, ой, господа, ужинать. Я так растрогал. Если молодые люди объясняются в любви на плоту, это будет плотская любовь. А если она любит не вас, а вашего брата, это братская любовь. Горчичка, прошу. А вы где учились музыке? В консерватории? Нет, в консерваторию я еще только собираюсь. А пока училась здесь, у мадам Завловской. Он говорит, у вас есть недвижимое имущество? Есть, говорит, батюшка. Какое? А мой муж? Он говорит, как напьется, так и лежит без движения. Вы окончили курс здешней гимназии? О, нет. Мы приглашали учителей на дом. В гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния. Пока девушка растет, она должна находиться под влиянием только одной матери. А все-таки в консерваторию я поеду. Нет. Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу. И маму. Нет, поеду, поеду. Давай. Пошел. Жанчик, налей Дмитрию. Я Фанычу. О, кальтера, Ионычу. Нет, нет, благодарю, мне пора. Еще 9 верст. Пешком идти. Как неприятно, а пора и честь знать. Ну, здрасте, пожалуйста. Нет, а нам тоже пора. Не пора. Холостяками называются мужчины, стреляющие из холостых ружей. Жанчик, Жанчик. Жанчик, Жанчик. Эх, Жанчик, Жанчик. Да. А ну-ка, Пава, изобрази. Умри, несчастная. До свидания, Дмитрий Дармидонтыч. А жизнь здесь, в Мелехове, гораздо дешевле, чем в Москве. Не нужны извозчики. И главное, за квартиру уже не надо платить. И носить крахмальные сорочки. Писать. Писать надо. А холера уже в Саратове. Если приползет сюда, то я один на 20 деревень. Когда же писать? Деньги кончились. А богатой невесты все нет и нет. Попросить, что ли, в русской мысли аванс? 300 рублей. Не забыть бы сказать сестре, чтобы купила мне в Серпухове подтяжки. Недорогие, а то... Здравствуйте, Антон Павлович. Здравствуйте. Вот, к вам веду. Сказывали, в пятницу посмотрите его. Поклонись, Дурива. Все делаете, как я сказал. Тебя спрашивают.
так ведь другие только брали, обирали, а толку никакого. А теперь полегшало. И верно. Угрюмовский-то доктор прежний. Все тебе на кулак глядит, не дашь ли рублевку. Поляк надутый. Все зявкал. Зявкал? Ну, одним словом, зявкал. Доброе утро, Антоша. Здравствуй, сестра. Ага, с утра хожу по избам. Стукаюсь головой о притолоке. Мужики встречают приветливо. А бабы с младенцами одолели. Тюльпаны поливала? Да, Антоша. Ты совсем болен. Иду по деревне и слышу. Вон читатель пошел. Они почему-то меня читателем называют. Наверное, думают, что я по покойникам читаю. Больных много сегодня? Здоровых еще больше. Ну-ну, не зявкай. А, Антон Павлович, наконец-то. Ну, что нового? Сотворили, коллега? Чем нас порадуете, а? Вот езжу все по деревням, лекции читаю, сержусь. Сердиться не надо. Сердиться вредно для нервов. А все болезни от нервов, дорогой мой, чеханьке. Антон Павлович! Антон Павлович, милый! Здравствуйте. Можно на вас посмотреть? Пожалуйста. Кого вы больше любите? Шопенгауэра или Бокля? Я люблю мармелад. А вы любите? А, грушевый. Апельсиновый. Апельсиновый гораздо вкуснее. Можно? Отдай. Где Антоша? Антоша, лошади на станции едут. Если хочешь письма отправить, то спеши. Ой, как интересно! Это в честь праздника! Ой, Марина, какой же праздник! Нынче с утра пятница была. Это знак, чтоб мужики видели. Если Антон Павлович вернулись, можно к ним приходить за советом. Здравствуйте. С приездом. Осторожно, осторожно. Здравствуй, голубчик. Здравствуйте. Вы мою маленькую. Ну, когда я, обедайте, пожалуйста. Здравствуйте, Мария Павловна. Здравствуйте. Здравствуйте. Обедайте, пожалуйста. Да. Миша, помоги. Так, простите, тороплюсь, лошади ждут. Мне очень хочется наплевать на холеру и сесть писать. Денег нет, орденов нет, чинов нет, долги есть. И сюжеты. Сосчитал ровно 100 сюжетов. Хотите, продам. Один давно уже в башке засел, все обдумывая его. Будет называться так. Ионыч. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы глядите, барин. Эй, советные! Что же это они?
Это ничего. Вы в зубы глядите, это первым делом. А-а-а. Теперь с хвоста окиньте. С хвоста. За соколок троньте. Да не бойтесь, они смирные. Уж очень они смирные. Доктор без выезда никак не годится. Ты думаешь? А если по срочности? Не ровен час утоп кто, или с крыши упал. Покуда туды-сюды, глядишь, и опоздали к обедне. Ты, место жительства. Из Окшина мы. Окшинских не лечим. Следующий, ты. Не откажите ваше здоровье. Окшинских не лечим. Сделайте такую милость. Премного благодарны вам. Верстов 15 шли пешие. Диагноз. Ну что в его? Болячка. Сама болячка. Звать? Анисия. Не тебе, дура, его. Яковом. Лопатин Яков. Угу. Дорогу. Дорогу господину доктору. Дорогу. Много вас. Не курить. Место жительства. Надо было раньше думать, чего ждала. Тут дело пахнет операцией. Ты, Яш, не бойся, мы тебя вылечим. А тогда со мной в город поедем. В гости. Поедем? Можно. Однако. О, здравствуйте. Ваше благородие, спаситель вы наш. Ну-ну-ну-ну, перестаньте, пожалуйста. Жена-то моя совсем хороша. Вот видите? Даже есть просит. Есть просит? Мне, говорит, Андрюш, что-нибудь кисленького. Так и должно быть. Чувствительно вам благодарны. Что это? Что это? Нет, 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 нет. Перестаньте, пожалуйста. Не обижайте, ваше благородие, ничто мы не знаем. Нет, нет, зачем это? Да у вас и денег-то, наверное, лишних нет. Не извольте беспокоиться. Для такого дела разве жалко? Дмитрий Иванович, за лошадей, стало быть, после покрова платить можно. А за этот, за фельетон, сказали подождут. Слушай, ты приоделся, братец, поприличнее. Жилет там, сапоги, те, что я тебе... А чё, в город, что ли, поедем? Ну да, в город. Кыш! Оу!
Я не видел вас так долго, а если бы вы знали, какое это страдание. Что вам угодно? Вы по 3-4 часа играете на рояле, потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. С самой весны я... Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас, выслушайте меня. Я вас слушаю. Я... Вот. Что вы читали на этой неделе? Кто в жизни не любил? Кто раз не забывался? Любя мечтам не предавался и счастья в них не находил. Батюшков. В альбом приклею. О! Я хочу красный, совсем красный. Говорите, говорите, я страстно хочу, я жажду вашего голоса. А ямы вы умеете копать? Да тут умения особого не требуется. Вот. Копайте. Ну. Где так копают? Я научила бы вас, но мои руки для меня это все. Дмитрий Иванович, а разве вы не боитесь за свои руки? У меня, Екатерина Ивановна, работа не музыка. Нарывы вскрывать. Люди вокруг скучные. Не с кем слова вымолвить. Пьют, спят много, доносы пишут, сплетничают. Фельдшер, представьте себе, на работу является пьяный, путает температуру, взятки берет. Сиделки ворует у больных. Больных много, а времени лечить нет. И главное, никто не любит своего дела. Ни во что не верит. Екатерина Ивановна, выслушайте меня. Вы мне должны сначала ветку сорвать. Вон ту, с красными листьями. Хоп. Так. Ох. Не надо пополнять. Фу. Сейчас мы ее... Вон ту, выше, выше! Да нет же! Фу. Нет, нет! Черт, ты делись совсем. Нет. Бросайте ее! О. И прыгайте. Сейчас, сейчас. Не бойтесь! Ну, не бойтесь, здесь невысоко. Вы не ушиблись? Нет. Это будет память о нашей разлуке. Я ведь скоро уезжаю, Дмитрий Иванович. Поступаю в консерваторию. Это моя заветная мечта. А вы мечтаете о чем-нибудь? Я мечтаю. Куда же вы? Мне необходимо поговорить с вами. Я должен объясниться. Дайте мне хоть 5 минут. Заклинаю вас. Выслушайте меня. Сегодня в 11 часов вечера будьте на кладбище. Кладбище? При чем здесь кладбище? Это совсем ни к чему. Возле памятника певицы Диметти. А, Диметти. Диметти. Приду, солидный человек. А если увидит кто-нибудь, скажут доктора, записочки получает, делает глупости, таскается, как гимназист.
Роман. Роман. А к чему он поведет? Что скажут товарищи, когда узнают? Екатерина Ивановна? Ой, Федя, сюда идут. Сколько в этих могилах зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как в сущности нехорошо шутит над человеком мать природа. Екатерина Ивановна, Катя, жениха привез, брат. Это кто? Это я. Здрасте, пожалуйста. Пожалуй, наконец. Покорчила вас, благодарю. Екатерина. Не забываете нас, душенька моя. Нет, с вашей стороны весьма перпендикулярно. Екатерина, весьма перпендикулярно. А Верочка новый роман написала, Большинский. Будет вам вслух читать. Ах, вот как. Павла, прими. Верочка, нам старц приехал. Он хоть и старц, а большой молодцов. Верочка! Милый доктор, вы кудесник. Да, да, да. Жалюди по ахту. Я это всем говорю. Правда, Франчик? Мигрень как рукой сняла. Пойдемте. Мы постараемся вести себя так, что мой муж ничего не заметит. А то он Отелло, Отелло. Платок, где платок? Цыпка, плавница. Садитесь, Дмитрий Иванович.
Екатерина Ивановна дома? У нее Одиссей, парикмахер. Сегодня в клубе Большинский бал. Холостяками называются мужчины, стреляющие из холостых ружей. Раньше ты это уже рассказывал. Ну, разве? Господа, мы начинаем. А Оленьки Вальян, вы такую прическу сделали? Или собачьи уши? Не извольте беспокоиться, у нее будет как раз все наоборот. Нежные звуки рапсодии. Глава первая. По дороге, ведущей к замку, быстро ехал вазок. Ямщик, везший молодого художника, обернулся и сказал: «А нонче у нас школа построена». «Что?» — спросил замечтавшийся седок. «Я говорю, что барыня наша школу построили». «Где, куды?» Седок молчал, продолжая о чем-то думать. Между тем уже вечерело. Заходящее солнце своими багряно-огнистыми лучами золотило... А приданого они дадут, должно быть... Немало. Пара ли она тебе? Избалована, капризна, спит до двух часов. А ты, дьячковский сын, земский врач. Ну что ж, и пусть. Нет. Нет. Остановись, пока не поздно. Остановись, пока не поздно. Остановись. Остановись, пока. Мерси. Изображены эльфы и гномы, водяные лилии и тени облаков. «Ни за что!» — промолвила она, стремглав выбежала из зала и, рыдая, упала на диван. Ну вот, господа, все. Недурственно. А твоя графиня, построившая школу, просто душка. Прекрасно. Ничуть не хуже, чем печатают в наших альманахах. Даже лучше. А вы печатаете свои произведения в журналах? Нет, я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкафу. А для чего печатать? Ведь мы имеем средства. И... Жаль. Папочка, целуйте меня скорей. До свидания, до свидания. Извините, мне домой пора. Здравствуйте, пожалуйста. Больные ждут. А, делать нечего, поезжайте. Кстати же, и котика подвезете в клуб. А я был вчера на кладбище. Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны. Вы были на кладбище? Да. Я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал. И страдайте, если не понимаете шуток. Ой. Довольно.
без фрака не велено пускать. О, какое изысканное общество. Да, действительно. Куда? Прелестно, ей-богу, прелестно. Надень и кати в клуб. Кто это? Я. Не хочешь? Не хочешь? Как хочешь? Как хочешь? Ну. Это, брат, моя роль. Дышал ими, жил. Сейчас же домой. Довольно задом вертеть. Не совсем по мне. Будьте выше этого. Очарование небрежности. Платье лишь глупца внушает уважение, как сказал старик Вольтер. До свидания, благодарю. Да, куда? Нет, ни за что не отпущу. Нет, Аркашенька, поди сюда, ангел мой. Вы должны познакомиться с моим сынишкой. О, каков, а? А осенью в солдаты. А он далек от военной карьеры. Аркашенька. У него совсем другие желания. Такой саму в голове. Нет. Вы, я слышал, в призывной комиссии? Дуся моя, постарайтесь. Скажите там про моего Аркашеньку. В природе есть зерна, но их можно выдать за труху, как выразился старик Шекспир. У меня совершенно нет времени. Уезжаю. Нет ничего на свете выше музыки. Если бы вы знали, как я люблю музыку. Пожалуйста. Музыка все-таки удовольствие. Не ожидали? Мало знают те, которые никогда не любили. Мне кажется, никто еще не описал верно любви. И едва ли можно описать это нежное, радостное и мучительное чувство. И кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловие описания, к чему ненужной красноречия. Любовь моя безгранична. Прошу, умоляю вас, будьте моей женой. Ах,
Дмитрий Иванович, я очень благодарна вам за честь. Я вас уважаю, но извините, быть вашей женой я не могу. Дмитрий Иванович, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство. Я безумно люблю, обожаю музыку. Ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой. Я хочу славы, успехов, свободы. А вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе? Продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносимой. Сделаться женой? О нет, простите. Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Иванович, вы добрый, благородный, умный человек. Вы лучше всех. Я вам очень сочувствую, но вы поймите. Прокатите до Олимпии, милый толстячок, а? Пошло вон! Вот вы давеча меня, барин, про свинью спрашивали. Да как же ее, к примеру, при больничном дворе держать? Свинья, она ведь, ежели ее на волю выпустишь... Замолчи, тебе говорят. Дмитрий Иванович, мальчонка этот, Яшей зовут, бредит. Все мать кличет. Пойдете? Или, может, фельдшера Михаила Макаровича разбудить? Разбуди. Я это... немного устал. Дмитрий Иванович, а фельдшер-то сегодня на именинах гуляли. Костелян же. Дмитрий Иванович. Отдай. А Дмитрий Иванович? Куда же ты? Мамка заругает. Что ж ты, брат, того? А? И какой же ты теперь работник будешь без руки? Плохо нам, брат. Жалко.
годовых за вычетом 875. Получается. Или на Корсику. Хотите? Завалимся куда-нибудь под тропики. Тошно здесь в Ницце. Меня, Антон Павлович, доктора не отпустят. Да. И мне нельзя. Под лопаткой болит. Знаете, в том пространстве, что архиерею называют междукрыльем. А мне бы хоть год отдохнуть, путешествовать, когда вздумается погулять, когда вздумается почитать, ухаживать. Антон Павлович, а повесть мою вы прочитали? Да, я пощипал кое-что и с кашей съел. Вы не будете сердиться? Ну что, что вы, Антон Павлович, говорите мне всю правду. Конец я вам заново переписал. Ничего. Слушайте, там же у вас какая-то творожная пасха с шафраном. Так в жизни не бывает. Нет, но я... Поверьте мне, я же стрельный воробей. Кроме стихов и доносов, все перепробовал. Мишель, господа, среди нас известный писатель, певец сумеречных настроений, господин Чехов. Я сама не чужда авторства. Я пишу. Toto, le public demande. Toto, mais qu'est-ce que tu t'endors? Qu'est-ce que tu me regardes? Le public t'attend. Voilà. Eh bien. Allez. Hop. Ah, ça c'est bien. Et hop, c'est bien. Très bien. Tu es fatigué, oui. Eh ben, non. Va prendre ta recette. Viens. Approche-toi. Viens ici. Voilà. Prends ta recette. Merci, monsieur.
Пойду писать про своего доктора. А то завтракал, обедал, а написал всего на 40 копеек. Я ведь хохол, могу взлениться. А надо себя дрессировать. Присимпатичный пес этот, то-то. Какое чувство долга. В таком случае и паспорта будут не нужны, да? Слава богу, человечество идет вперед. Позвольте-с. Тогда, значит, всякий может резать на улице кого угодно? Вот, человечество идет вперед. А позвольте спросить, для чего, собственно, в природе розги произрастают? А? Для человечества. Прошу тебе письмо от Туркина. Пава принес. Начнем игру? Да. Пожалуйста, пожалуйста. Чётенько, чётенько. Это ваша. Вот это моя. Прошу играть. В тот раз на бубнах без одной остался. Сейчас опять порвусь. А, без козыря. Без козыря. Везёт тебе. Погибать так погибать. Здрасте, пожалуйста. Бонжурте, бонжурте. Милости просим. Вот славно, что заехали. Спасибо. Большинская, Прибольшинская. Верочка! Доктор приехал! Пава! Я иду по ковру, ты идешь по коврешь. Он идет по ковру, мы идем по ковру. Верочка! Цыпка моя! Здравствуйте, доктор. Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной? Никогда у нас не бываете. Я уже стара для вас. Роза увяла. La rose est fanée. Но вот приехала молодая. Быть может, она будет счастливее. Пойдемте в сад. Доктор Старцев. Новый роман. Да. Новый. Он говорит, госпожа Лоскуткина, у вас есть недвижимое имущество? Ой, Жанчик, Жанчик, пойдемте в сад, пойдемте. Сколько лет, сколько зим. Как вы пополнели. Нет, нет, вы возмужали, загорели. А в общем, вы мало изменились. Давайте же поговорим, как вы живете, что у вас. Я все эти дни думала о вас. Я как только приехала, хотела послать вам письмо.
Хотела сама приехать к вам в Дялиш. И уже решила поехать. Но потом раздумала. Васька. Бог знает, как вы теперь относитесь ко мне. Как же вы поживаете? Ничего. Живем понемножку. Мне казалось, мы будем говорить с вами без умолку до утра. Провожал вас на вечер в клуб. Тогда шел дождь. Было темно. Помню. Вот вы спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. Да-да-да. Жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей. Днем наживо, а вечером, пока с обывателем в карты играешь или закусываешь, это благодушный человек. А стоит заговорить о несъедобном, о науке или политике, он такую философию заведет, тупую и злую, а сам не делает ничего, решительно ничего и не интересуется ничем. Я их терпеть не могу. Что хорошего? Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. А я была какая-то странная. Воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле. И я тоже играла, как все. И ничего у меня не было особенного. Я такая же пианистка, как... Мама писательница. И, конечно, я не понимала вас тогда. Но потом в Москве я часто думала о вас. Я только о вас думала. Какое-то счастье быть земским врачом. Помогать страдальцам. Служить народу. Какое счастье. Когда я думала о вас в Москве, вы мне представлялись таким идеальным, возвышенным, большинским человеком. Экипаж графини бесшумно катился по уединенной аллее замка. Он остановился у ветхой лачушки. Молодая графиня вошла в сени. Бедные дети окружили ее, заливаясь радостным смехом. Где-то лаяла бездомная собака. Пролетка стремглав понеслась по дороге. Художник опять принялся рассказывать ей о грудине весне, о зеркале гор, о пленительной росте. Вы уезжаете? Да. Меня больные ждут. И здесь, в городе, много визитов.
Времени не хватает. Бойтесь, не бойтесь, я не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке. Я не пианистка и на свой счет уже не заблуждаюсь. И как-нибудь в другой раз. Да, вы лучшие из людей, которых я знала в своей жизни. Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Однако уже четверть седьмого. Куда вы, доктор? Котик. Жанчик! Ужинать? Нет, столу, нет, господа. Нет, вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина. А то остались бы. Мы будем вести себя так, что мой Отелло ничего не заметит. Платок! Где платок? Ах, ты цыпка была поломить. Пава! Изобрази! Умри, несчастная! Не плюй. А? Не доктора, Дмитрий Иванович. Сказано письмо отдать. От кого? От барышни. Какой фамилия? От Туркина. А. Так-так. Неси на квартиру. От барышни. Вам, Дмитрий Иванович, вешаться сегодня. Я тебя как учил? Взвешиваться. Взвешиваться, а не вешаться. Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать. А я очень занят. Приеду, скажи, так, дня через три. Хлопот, однако. Хорошо, что я тогда не женился. Что? Вы не едете к нам. Почему? Я боюсь, что вы изменились к нам. Успокойте же меня. Приезжайте и скажите, что все хорошо. Мне необходимо поговорить с вами. Господа, спектакль в пользу неимущих учителей начинается. Entrez, bonsoir. Проходите, Кирилл Кондратьевич. Катя вас часто вспоминает. Вы ведь учили ее арифметики? Нет. Географии. Ага. Ну, садитесь. Садитесь, господа, садитесь. Артисты волнуются. Садитесь, господа. Жанчик! 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 Ты готов? Thank you.
Ах, право хуже оплюхи, как не видавшись 30 лет. Найдешь в развалине старухи любви. Восторженный. Боже, как глупо. Ах, да, как прежние годочи с тобой встречались мы, нет? Сказывал, за 6 больше 200 рублев не дают. Не попал, видно, к цене. Врет. Все жулики. Весь визитов успеть надо, а этот опаздывает. Раз дом продаешь, изволь назначенное время приходить. Мужиков положим в фишу. Время-то. Без меня. Болеют. А чего? Болеют. Черт их разберет. Дашь им касторки, не помогает. Сода даже тоже не помогает. Сколько хлопот, однако. Прошу извинить за опоздание. Я Дмитрий Федорович. Здесь что? Я хотел с вами, Дмитрий Федорович. Извольте отвечать только на вопросы. Мне некогда. Здесь что? Гостиная. 10 аршин на 9. Печи совсем новые. Дымоходы перебирали. Дмитрий Иванович. Там что? Столовая. Коля, Петя, поздоровайтесь. Здрасте. Видишь, куда? Ход наверх. Перед самой Фоминой красили под мрамор. Не думали, что так обернется. 8 комнат за такую-то цену. Дмитрий Иванович. Дмитрий Иванович. А здесь что? Спальня. Окна куда выходят? По двору, в сад. Солнышко с утра. Что тут? Цыпка моя, поправляйся. Приезжай скорей. В Ялте нынче хорошая погода. Можно в горы верхом ездить. Какие горы? Ну что ты? Эти проводники такие нахалы. Ты, Ваня, застегнулся бы. Холодно. Ну, вот и поехали.
Прощайте, пожалуйста. Прощайте, пожалуйста. Пригласил Стуфат. А это что? Стуфат и есть, извольте отведать. Что? Сейчас заменим. Бывает. Вот это сказано, так сказано. Это вы про что? А? Кого? А, если молодые люди объясняются в любви на плоту, то это будет плотская любовь. А если барышня любит не вас, а вашего брата, то это будет называться... Братская любовь. А холостяками называют мужчин, которые стреляют... Из холостых ружей. Я эти новости давеча у Туркиных услышал. Это вы про каких Туркиных? Это про тех, которых дочка на фортепианах играет. Про тех, Дуся моя. Извольте. Куда же мы идем? Позвольте, господа. Господа, позвольте мне... Браво, держи! Прощала!
хотел только сказать людям честно и откровенно. Посмотрите на себя. Посмотрите, как вы все плохо и скучно живете. Самое главное, чтобы люди это поняли. А когда поймут, они непременно создадут себе другую, лучшую жизнь.